21 лекарство. О, болеющий брат, в твоей болезни присутствует физическая боль, но в то же время тебя окружает значительное духовное наслаждение, способное устранить воздействие этой боли. Ибо если у тебя есть отец, мать и другие близкие, ты вновь, как в детстве, ощущаешь их любовь и приятную заботу, пробудившиеся к тебе. К тому же твои друзья, связь с которыми позабылась и ослабла, благодаря болезни вновь рядом с тобой и смотрят на тебя с дружелюбием. Несомненно, благодаря этому твоя физическая боль покажется незначительной. Также люди, которым ты бескорыстно служил и благосклонности которых ты старался удостоиться, благодаря твоей болезни милосердно заботятся о тебе. Таким образом, ты стал господином своих господ. И ввиду того, что ты привлек к себе человеческие милосердия и сочувствия, ты обрел много заботливых милосердных друзей. Опять же, благодаря болезни ты отдыхаешь от своих трудных дел. Разумеется, твоя незначительная боль в ответ на эти духовные наслаждения должна побуждать тебя не к жалобе, а к благодарности Творцу.